Здравствуйте! Мы продолжаем видеокурс «Бизнес-азбука» и сегодня рассмотрим тему «Средства управленческой деятельности». Средства управленческой деятельности – это предметы и технологии, с помощью которых реализуются управленческие функции и гарантированно обеспечивается успех управленческого процесса. Средства управленческой деятельности делятся на три категории – технические, специальные и информационные. К техническим средствам управленческой деятельности относятся оргтехника, письменные и канцелярские принадлежности, средства коммуникации и средства связи. Специальные средства – это средства контроля, безопасности, стимулирования труда и GR. И третья категория – это информационные средства, то есть такие средства, которые обеспечивают получение, обработку и распространение управленческой информации. Это локальные и ведомственные акты, отчетность и статистика, информационные и служебные записки, публикации в СМИ. В зависимости от конкретной ситуации, выбранной бизнес-модели и целей – управленческой деятельности, средства управленческой деятельности должны не только постоянно пополняться и совершенствоваться, но и использоваться комплексно, а не изолированно друг от друга. Более того, все они должны быть внутренне согласованными и органически взаимосвязанные по целям, принципам и организационно-правовым основам реализации управленческого решения. Итак, сегодня вы узнали о средствах управленческой деятельности. Компания Eluxinter.com с удовольствием предоставит вам услуги бизнес-консультантов в любой сфере организации бизнеса. Адрес сайта компании Eluxinter.com вы видите сейчас на экране. Спасибо за внимание. До свидания.